Здравствуйте, дорогие ребята! Я Кашева Екатерина Анатольевна, учитель математики Тимофеевской средней школы Пауликольского района. Урок математики в 6 классе. Тема нашего урока – способы задания зависимости между величинами. Цели обучения, которые будут достигнуты на этом уроке. Составлять таблицу для зависимости заданных формулы или графика. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели способ зависимости между величинами с помощью формулы. Но зависимость между величинами можно задать также с помощью таблицы. Задана формула зависимости переменной y от x. Y равняется минус 5х плюс 3. Давайте заполним таблицу. В верхней строке таблицы записываем значение независимой переменной x. В нижней строке таблицы соответствующие значения зависимой переменной y. Если x равняется минус 1, то подставляя в формулу вместо x его значение, мы находим значение зависимой переменной y и заносим число в таблицу. То есть, если x равняется минус 1, y равняется 8. Если x равен 0, то подставляя в формулу минус 5 умножаем на 0 плюс 3 будет равняться 3. Записываем данное число в таблицу. Если x равняется единице, то y при вычислении равняется минус 2. Если же x равняется 2, то y равен минус 7. Записываем в таблицу. По таблице можно узнать, какое значение независимой переменной y соответствует значению независимой переменной x. Например, независимая переменная единицы соответствует значению зависимой переменной минус 2. И наоборот, по таблице можно узнать, какая независимая переменная x соответствует значению зависимой переменной y. Например, значению зависимой переменной 8 соответствует значение независимой переменной минус 1. Давайте рассмотрим решение следующей задачи. Прямолинейная дорога проходит мимо туристического лагеря. Турист, находясь на расстоянии 5 км от лагеря, начал двигаться по этой дороге со скоростью 4 км в час, удаляясь от лагеря. Найдите расстояние S от лагеря, на котором будет находиться турист через t часов после начала движения. Заполните таблицу значений. Перед вами таблица. Ребята, легче заполнить таблицу будет в том случае, если мы запишем формулу зависимости. Верхняя строка таблицы – это независимая переменная t, то есть время. Нижняя строка – это зависимая переменная s, расстояние. Зададим данную зависимость формулой. S равняется 4t плюс 5. 5 – это расстояние, на котором турист находился от лагеря. Теперь мы можем легко заполнить таблицу. Значение независимой переменной нам известны. Вычисляем значение зависимой переменной и записываем в таблицу. Если t равняется 0, то расстояние 5 километров. Если время равняется 0,25, то расстояние равняется 6. Итак, вычисляя, мы можем заполнить полностью таблицу. Глядя на эту таблицу, постарайтесь ответить на вопросы.
На каком расстоянии от лагеря был турист через 1 час? Через 1,5 часа. Если вы правильно справились с заданием, то через 1 час турист будет на расстоянии 9 километров, а через 1,5 часа на расстоянии 11 километров. И второй вопрос. Сколько времени прошло с начала движения туриста, если он находился от лагеря на расстоянии 13 километров? И здесь же легко заметить, что через 2 часа турист был от лагеря на расстоянии 13 километров. Ребята, ответьте на вопрос. Как составить таблицу для зависимостей, заданных формулой? Закрепим полученные знания, выполнив следующие задания. Первое. Формула y равняется 5x минус 3 задает зависимость переменной y от x. Заполните таблицу, если независимая переменная принимает значение от минус 2 до 2 с шагом равным 1. И второе задание. Зависимость переменной y от x задана в таблице. Запишите формулу зависимости. Домашнее задание. Составьте таблицу для зависимости y равняется 1 минус 6x, если независимая переменная принимает значение равное минус 2, минус 1,5, 0, 3. Второе задание. Расстояние между городами А и Б равно 18 километров. Задайте с помощью формулы зависимость скорости f км в час равномерного движения от времени t часов прохождения расстояния между данными городами. Заполните таблицу.
Спасибо за внимание.